1983 году руководство ВВС и оборонно-промышленного комплекса утвердили целевую программу, в рамках которой началось проектирование двух типов истребителей. Тяжелого многофункционального истребителя МФИ и легкого фронтового истребителя ЛФИ. Главным разработчиком было определено ОКБ «Микояна». Проектирование было завершено в 87 году. В стране уже начинался глубокий экономический кризис, поэтому было решено отказаться от легкого самолета и все усилия сконцентрировать на МФИ. Изделие 1-42. Такой шифр получил истребитель ВКБ. В начале 90-х началось строительство экспериментального прототипа новой машины, изделия 1-44. По расчетам, уровень боевой эффективности этого самолета должен был превзойти все иностранные машины, в том числе и разрекламированный американцами F-22 Raptor. 29 февраля 2000 года самолет 1-44 впервые поднялся в воздух. На нем установлены двигатели пятого поколения AL-41F с управляемым вектором тяги. Крейсерская скорость истребителя в полтора раза превышает скорость звука. Его максимальная взлетная масса 35 тонн.